Звезды подсказали три представителя зодиакального круга, которые больше, чем другие, смогут рассчитывать на благосклонность судьбы в августе 2022 года. Так кому же повезет этим летом? Давайте узнаем. Овен. Уже с первых дней августа типичные овны ощутят прилив созидательной энергии, возрастет амбициозность, усилится стремление к более высоким позициям. Это благоприятное время, когда любые инициативы и стремления овнов будут обречены на успех. В первой декаде августа 2022 года энергетический потенциал овнов будет необычайно высок, поэтому здоровье не достаточно каких-либо проблем. На работе все складывается благополучно, при условии, что вы не будете слишком легкомысленны. Овен может решить повысить свой профессиональный уровень. Для этого можно пройти курсы повышения квалификации, а кто-то поедет в служебную командировку. Вероятно, даже смена места работы. Это может быть связано с ростом по карьерной лестнице. Либо же вы найдете место с более высокой заработной платой. На работе вам не будет равных. Ваша энергия и энтузиазм помогут вам справиться с любыми трудностями. В самые тяжелые времена можете рассчитывать на поддержку близких и коллег. Звезды советуют вам обратить внимание на свои старые планы и идеи. Среди них будет много достойных, которые помогут вам подняться по карьерной лестнице. Мелкие проблемы будут решаться легко и просто, без существенных усилий с вашей стороны. Одинокий Овен в августе 2022 года сможет погрузиться в красивый роман, который перерастет во что-то серьезное. Рак. В августе раки почувствуют глоток свежего воздуха. Они наконец дождутся позитивных перемен. Сейчас вы наиболее активны и настроены на общение с окружающими. Гороскоп на август для раков утверждает, что для большинства актуальным станет решение денежного вопроса. Многих раков перестанет устраивать их материальное положение, и они примут меры, чтобы улучшить ситуацию. Вероятно, что кроме основной работы, вы будете искать какие-то дополнительные источники дохода. Звезды обещают вам благоприятный период для того, чтобы исполнить свою мечту. Бизнес-проекты, стартовавшие в конце июля или начале августа, предвещают прибыль сейчас и в дальнейшей перспективе. Инициативные служащие могут рассчитывать на более респектабельную должность в первой половине месяца. Август 2022 года для раков станет беззаботным периодом, когда можно будет действительно расслабиться. Все житейские невзгоды отодвинутся на второй план. Август 2022 года можно назвать перспективным для представителей знака в плане новых романтических знакомств, перерастающих в настоящую любовь. Лев. У типичного льва август пройдет на активной деятельной волне. В первой половине августа 2022 года своенравная удача будет следовать за львами по пятам. Представители огненной стихии станут более популярными, поэтому окружающие будут заинтересованы в обществе львов, предлагая им нечто перспективное, увлекательное и тем самым подталкивая их к активному продвижению в приоритетных сферах жизни. Во второй половине месяца настанет время наслаждаться дарами звезд и плодами собственных трудов. Индивидуальным предпринимателям нужно задуматься о том, чтобы расширить свое дело. Сейчас очень удачное время для того, чтобы знакомиться с влиятельными людьми, надежными партнерами. Если хотите преуспеть в каком-то деле, то действуйте коллективно. Работа в одиночку сейчас не принесет хороших плодов. Можете рассчитывать на материальную поддержку со стороны друзей. Третья декада августа 2022 года принесет рожденным в созвездии Льва баланс и внутреннее умиротворение. Это отличный месяц для того, чтобы навести порядок в мыслях и своих чувствах и полностью отдаться любви. В этом месяце львы будут настроены не только на романтику, но и на вполне земные цели, как создание семьи или пересмотр перспективы отношений. Август может порадовать тех львов, которые находятся в активном поиске, новыми приятными знакомствами. Все, что требуется от самих представителей знака, это всегда быть начеку и не упустить свой шанс, который в дальнейшем может оказаться судьбоносным.